Дорогие зрители, если вы хотите иметь свежую и объективную информацию, касающуюся изменений климата на планете, ставьте лайк, пишите комментарии, и мы будем освещать интересующие вас климатические события. И не забудьте нажать на колокольчик под видео. 2 января 2018 года на Европу обрушился шторм Элеонора, затронув территории Ирландии и Великобритании, Франции и Бельгии, Германии и Нидерландов. В общей сложности в результате действий циклона 410 тысяч домов остались без электроэнергии. В Ирландии вызванные штормом нагонные волны привели к затоплению городов Галуэй и Лимерик. В Швейцарии на горе Пилатус была зафиксирована рекордная скорость ветра – 54 метра в секунду. Сейчас глобальные изменения климата уже очевидны, и поодиночке мы не способны им противостоять. Только объединившись на основе добра и взаимопонимания, наша цивилизация обретет шанс не просто выжить в период катаклизмов, шанс жить. А для этого каждому человеку следует заглянуть в себя, найти глубинный смысл своей жизни. И понимая его, осознавая смысл духовного развития, человек будет качественно меняться сам. А если эти знания будут доступны многим людям на Земле, то и общество в целом рано или поздно изменится, а значит, вектор движения человеческой цивилизации в целом будет совершенно иным. Цитата из книги Анастасии Новых «АллатРа». «Жизнь всего человечества зависит от выбора каждого человека». Подробнее о климатических изменениях читайте в докладе, подготовленном учеными «АллатРа Сайенс», о проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле, эффективные пути решения данных проблем.